ходатайство об исследовании из приемной суда, видеодиск с событиями рассматриваемого дела. Пока нет. А, также есть у меня замечание на действие председательства, занесите в протокол. Председательствующий до удаления, значит, в совещательную комнату говорил мне, объявил мне замечание за то, что я говорю своим естественным голосом. То есть замечание было надуманно, поэтому с таким действием я не согласен, возражаю против действующих председательства. Кроме того, на мой вопрос разъяснить, почему я не могу говорить своим естественным голосом, председательствующий ничего не ответил. Поэтому я до сих пор в недоумении, могу ли я вообще разговаривать в судебном заседании. И не является ли это лишением права голоса. Все это прошу занести в протокол. До удаления судьи из совещательной комнаты вы, простите, просто орать. Могу? Нет. Зачем? Это риторический ответ. Я совершенно не жду от вас каких-либо комментариев. Нет, мне нужно. Это мое пояснение вам. Считайте, что вы ответил. Я ответил на ваше замечание. У меня. Ну, все. Вы же спрашивали о ходатайстве. Я сказал вам, что я не собираюсь с вами спорить. Хорошо. Денис Владимирович, поэтому вы пытаетесь сделать мне замечание, я вам ответил на него, как я это воспринимаю. Я вам ответил, что сейчас вы говорили нормальным голосом, а до удаления меня из зала судебного заседания вы просто кричали. Я вам сказал, что я с вами не спорю. Ходатайство могу заявлять? Ходатайство первое вы уже заявили. Ну вы спрашивали, еще есть? Вот сейчас появилось. Могу говорить? Здесь нет. Могу говорить? Здесь нет. Это не требует комментариев. Это не требует комментариев.